Так, да мне сегодня дадут поспать? Нет, что за фигня-то там, блин, из окна? Это, может, хватит на меня смотреть, пугать меня? Василий, ты что мне в комнате делаешь? Что это за ерунда опять стоит на меня смотрит? Почему я постоянно просыпаюсь, и кто-то на меня смотрит? Неужели я могу просто спокойно лечь и поспать? Василий, ну не плачь ты. Ты, мне кажется, сам меня сюда запихал, нет? А Василий? Да я сам на палеве, веришь, нет? Он в окно, смотри, заглядывает. Да что ему надо там меня? Василий, выпускай меня отсюда. Фонарь есть. Отлично. Да соберись ты, тряпка, пойдем, что-то сделаем, выберемся отсюда. Стоит, ноет там в уголочке, блин. Сам, блин, пусть не стоит, и сам же потом и ноет. Странный ты какой-то, Василёчек. Да хватит ты там! Ты чё, паровоз, что ли, или чё? Чё за звуки ты издаёшь? Ты чё, свистишь так, или чё? Может, он хороший поиграть хочет? Может, просто другие дети не хотят играть с ним, вот и всё. Василич, ты лом куда дел? Где ломик? На мне твоя кепочка, блин. Василич, давай лом найдем. Ну реально не смешно, блин. Куда, куда ты его запихал-то, а? Все постоянно спрячешь, а я потом ходи ищу. Что, в шкафу, может, или на шкафу? Ну, в шкафу реально лом лежит. Ну давай-ка, давай-ка, откроем. Василич, ты идешь, нет, или здесь плакать будешь? Я думаю, пора сваливать отсюда. Да я тебе серьезно говорю, пойдем валим отсюда. Да вы что, серьезно? Дай-ка я лучше дверь закрою. Хотя зря, мне кажется, это сделал. Может быть, и не стоило дверь-то закрывать. Так, направо или налево? Конечно, пойдем налево. Что там справа-то делать? Налево пойдем какой-нибудь там, не знаю, тупик найдем или еще что-нибудь. А что горит-то все, Василий, ты понимаешь, что у тебя хата сгорит скоро? Или это моя хата? Да мне кажется, не важно, как бы я ни пошел, я бы все равно бы пришел куда-то. Отлично, замок висит. И где мне ключ брать? В горящем шкафу, что ли? Я что, похож на пожарника или что? Я не понял. Василич, надоел. Давай, давай, выходи оттуда. Ты это все заварил, ты развязывай. Блин, с фокусами, с твоими играми. Дай-ка спрячь Лёху куда-нибудь. Я потом здесь просыпаюсь непонятно где. Я не понял, ты меня что, блин? Плафелином или чем там вырубаешь? Ты постоянно где-то просыпаюсь. Опа-на, еще одна дорожка есть, смотри-ка. А мне кажется, здесь есть ключ. Да, сразу бинго, в первом же ящичке, конечно же. Мне всегда везет, ну как сказать, везет. Я не могу назвать везением просыпаться в доме, где за тобой здоровенная черная фигня стоит и наблюдает. Так, ладно, давай, давай, вскрываем. Ну и что у нас здесь? Я смотрю, что мало хорошего здесь у нас есть. Так, а здесь у нас заперто, отлично. Ну, значит, пойдем другим путем. Если в одном месте заперто, значит, в другом месте открыто. Всегда нужно иметь разные подходы к своим делам. Я так понимаю, воротина открыла. А это что такое? Я даже понять не могу. Это что, клешни крабов, что ли? Или что это? Тут что, Зойберга убили, блин, доктора? Ладно, я даже вникать не буду, что это такое, что это ты тут жаришь, что на полдник себе, на обед, на ужин, я не знаю. Так, отлично, здесь открыли. Надо завести надо. Опа, отлично, давай-ка, дверочка, открывайся. Открывайся, моя хорошая. Все хорошо будет. Я тебе гарантирую. Так, я не понял. Василий, что ты там только что ныл? Все, теперь не ноешь теперь больше, раз заискивается кто-то. Кто там? Ой, что тебе надо от меня? Василий, стоять бояться! Ху, блин, вот ерунда-то, близнец. Так вот он, что значит белый свет в конце туннеля. Мне же приснилось, что Василий чуть не схватил. А что с землей-то? Что она в шахматы любит или что играть? Подожди, я ж помню, я заходил в белый какой-то свет в конце туннеля был, зашел. И как я здесь очухался вообще оказался? Что-то я, видимо, недопонимаю здесь. Это вообще что, детский дом какой-то или что это такое?
Да, давай поиграем в игру «Открывай шкафчики». Это же очень увлекательное занятие. О, кубик Рубика. Отлично, можно кубик Рубик поиграть. Музыка сразу спокойная такая. Блин, а что это за ерунда была с Васильевичем? Почему он побежал вместе со мной на выход? Мне кажется, он не меня ловил, он от той штуки убегал. Не, ну штука там и впрямь какая-то опасная была. Черная стояла, смотрел. Может быть, это просто кошмар мне приснился, да и все, на самом деле все нормально. И не о чем, так сказать, переживать, не о чем париться. Отлично, и где ключ мне искать? Нет, серьезно. Я все шкафчик перебрал. Да. Я немножечко того. Ого-го, так сказать. Странный, конечно, Вот и следующий ключ. И еще один ключ. Куда мне столько ключей? Кого я здесь открывать-то буду? Желтый откроет? Нет, не откроет. Зато зеленый откроет. Так, ладно, оставлю здесь. Да что за комната с дверями? Я вообще-то представлял, когда выходишь на белый свет, что чуть по-другому это все выглядеть будет. Так. Желтый, мне кажется, вообще никуда не подходит. Вот это сюда, наверное, подойдет. Отлично, куча коробок, там находится ключ, ведущий в другую комнату, где находится еще один ключ. Не, ну шикарно, блин. Подожди, ключ-то черный. То есть отсюда, да, ключик у нас? Ну ладно. Так подожди, он отсюда, а как мне сюда зайти? Чё-то подожди. Чё-то фигня какая-то творится. Подожди, вот он красный есть какой-то. И чё я сюда на кухне пришел? Что мне здесь делать? Карточка. А, ну реально, кстати, карточку-то мне надо. Куда я без карточки? Ладно, ключу можно выложить. Этот, наверное, тоже. Да и этот выложу. Хотя желтый я не знаю чего. Может пригодится все-таки. Так. И что мне теперь, ломик найти надо или что? Я выйду туда погулять. А куда Васильевич-то делся? Он же вместе со мной, по-моему, забегал. Все, наверное, остался там во сне, в том измерении. Сам начудил, сам, так сказать. И расхлебывай. Так, а где же лом? Мне нужен лом. Или что-нибудь типа лома. Да молоток, не знаю. Может, молоточком все открыть смогу. Да что-то нету нифига. Да и здесь пройти особо не могу. Ящики. Ящики слишком тяжелые, а я-то не подкачался до сих пор. Не могу поэтому их взять. А, вот комната еще одна, точно. И вот он, желтый ключ мне пригодился. Отлично, молоток нашел, разыскивается. Я, по-моему, их видел в подвале. Ну, как-то они недобро на меня смотрели, бегали зачем-то за мной. Фигней всякой страдали. Стул? Ты что, допрос, что ли, кому-то просит? Нифига себе, стул здоровенный, как на нем сидеть-то вообще? Не, ну серьезно, как на нем сидеть? Я, походу, что-то не допирает до меня. Главное, что у меня кубик Рубика есть. Да и молоточек, в принципе, имеется. Может, какой-нибудь... Так, а почему я его неправильно держу? Может, какой-нибудь по голове дать? Васильевич! Нереально, блин. Куда Васильевич делся? Может, по телеку его покажут? Телек врубишь, а там лицо Васильевича. Здравствуйте, добрый вечер, как поживаете, чем занимаетесь? Мне кажется, все примерно так оно, в принципе, и будет. И куда я сейчас выйду? На волю? Может быть, я не хочу на волю. Может быть, я здесь сидеть хочу. А что здесь? Не пожрать ничего нету. Пульт, походу, мне кажется, тоже не работает. Да нифига здесь не работает. Включись телевизор. Ладно, может, кто еще здесь проснется? Ему пульт пригодится. Кубик Рубика ему оставлю, пусть поиграет. Ладно, пойдем. Глянем, что нас там ждет-то на улице. И что это? И куда это я? И все, я ехать отсюда могу куда-нибудь. Ну, наконец-то, хоть уеду отсюда куда-нибудь. Прекрасное далеко. Чтоб не было со мной оно жестоко. Все, прощай, дом. Уезжаю я. Спокойной ночи всем. Так, и мне друг тут передал, сказал, не забудьте подписаться. Я не знаю, что за слово, что оно значит, куда, кому надо подписаться. Ну, видимо, что-то надо, говорит, лайки ставить, не лайки. Как говорится, это дело каждого. Ну, надо не забывать об этом. Так сказать, комментируйте. Понятия не имею, с кем разговариваю, просто постоянно с кем-то разговариваю. Может быть, с деревьями, либо еще с кем-то. Все, давайте, увидимся все. Да-да, я вам.
кто бы на меня там сверху не смотрел. У меня просто чувство, что постоянно за мной кто-то наблюдает, и кто-то, видимо, есть рядом. Все, всем пока, я поехал отсюда. Так, ну и что сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно, потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик. И жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лёхи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Лёха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я от тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Лёха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.